Такой диктант проводится впервые. Организаторы отмечают, главная цель не только проверка знаний и выявление победителя. Мы хотим этим диктантом привлечь читателей, наших жителей города Архангельска, гостей к истории города, к истории области, вообще к краеведческим знаниям, потому что говорить о любви к родному краю и не зная его, я думаю, что не очень корректно. Особенно важно, по мнению организаторов, привлечь молодежь к участию в мероприятии, ведь подрастающее поколение сейчас очень мало знает о родных краях. Я не очень хорошо знаю наш регион, скажу сразу, потому что не особо сильно интересуюсь историей родного края. Интересовался, по крайней мере. Краеведческие диктанты проводятся на территории всего региона. Организаторы уверены, это мероприятие должно стать хорошей традицией.